Экономическая составляющая Евразийского союза очень правильная, на мой взгляд. И она имеет право на существование, на жизнь и на развитие. Но мы должны четко понимать, что есть по крайней мере три тенденции, которые влияют на негативный план развития. Первое, у каждой страны есть свои интересы. И, например, мы можем увидеть, что таможенный союз, который был создан тремя странами, Белоруссией, Укра... Россией и Казахстаном, первый год дал огромный прирост в торговле. Второй год этот прирост упал, и если мы посмотрим по выгодам, которые получали, получают в основном Россия и Беларусь, и, а Казахстан, наоборот, оказывается в минусе, потому что влияет целый ряд других факторов, например, начисление НДС. То есть, есть факторы, которые, с одной стороны, таможенные платежи снимаются, но вводятся другие платежи. То есть, оказывается, что простое вот такое вот техническое объединение – это не самая простая вещь. Второй момент – китайский фактор. Китайский фактор, который э, Китай предлагает другую концепцию, пока она не прописана хорошо, но она звучит как идея нового шелкового пути. Огромный э, экономический торговый путь, который идет из Китая через Центральную Азию, через Россию и выходит на Европу. Э, для Китая это безумно важная идея, поскольку это новый коридор сбыта товаров. И если страны снимут свои таможенные платежи, то сразу же себестоимость китайских товаров падает. А ведь она же увеличивается, потому что в Китае растет себестоимость товаров. И Китай, с одной стороны, решает свои проблемы поднятия ВВП, а с другой стороны, по сути, мы получаем теоретически очень выгодную модель дешевых, хороших китайских товаров повсеместно вот на всем этом пути. Но это тут же торпедирует идею европейской, евразийской интеграции. Но и самое главное, торпедирует местные промышленности. Зачем предпринимателю покупать, производить свой товар, когда то же самое можно купить в Китае дешевле? Это второй фактор. И если Китай дожмет эту идею, а ведь он дожимает и ведет активные переговоры с Центральной Азией, э а ведь Китай дожимает эту идею, ведет переговоры с Центральной Азией, то, конечно, мы получаем очень серьезного конкурента. Обращу внимание на Вьетнам. Вьетнам, который ведет себя максимально гибко. И, с одной стороны, Вьетнам, который долгое время ругался США, вплоть до войны. Сегодня США начинает очень активно вести переговоры, потому что боится влияния Китая. который готов интегрироваться в трансатлантическое сообщество сша япония вьетнам но при этом довольно активно идет переговоры с россией об интеграции в евразийское сообщество и в этом плане мы должны понимать что э, здесь есть некая черта которую как только мы пересечем как только будем затрагивать интересы гигантов таких как например китай э, мы получим очень серьезные конфликты